Я хочу всех кузбассов на примере нашей компании призвать к проведению субботников. Я думаю, если каждая компания, даже не столь большая, будет выходить на субботники, наш город, наша область, и не только, будет намного чище, лучше, и всем от этого будет только хорошо. Группа компаний «Все про все» в лице сайта «Все 42», газета «МК», журнала «Телехит», интернет-журнала «Авокадо», газета «Все про все» тоже присоединилась к субботнику. Надеюсь, что кемеровчанам понравится то, что мы сделали на площади Пушкина. Убрали территорию, покрасили лавочки. Надеюсь, что будем радовать и дальше. И я также призываю кемеровчан в компании города выбрать себе участки улиц и привести их в порядок. Чудесный солнечный весенний день компания «Кузнецкий альянс» пригласила нас, своих партнеров, компанию «Тикурила», на субботник. Прям субботник с большой буквы «С». Сегодня нам удалось сделать город Кемерово красивее. Компания «Кузнецкий альянс» – наш давнишний торговый партнер. Мы с ними много лет вместе, и сегодня с радостью откликнулись на это приглашение. Наши специалисты подобрали необходимый материал для того, чтобы покрытие, которое мы красим, прослужили долго и имели привлекательный внешний вид.